Отделение дневного пребывания для лиц пожилого возраста на базе территориального центра социального обслуживания населения Ленинского района города Бреста функционирует уже полтора года. В настоящее время его услугами пользуются более полусотни человек. И, судя по росту интереса, это число будет увеличиваться. Основная задача нашего отделения – это продление долголетия наших пожилых граждан. Сегодня пожилые граждане, проживающие на территории Ленинского района, могут прийти к нам и получить различные услуги, в том числе услуга дневного пребывания. Сегодня у нас оборудована комната приема пищи. То есть человек может находиться в нашем отделении фактически целый день. Кроме этого, мы используем индивидуальный подход и изучаем потребности каждого нашего подопечного. Мы можем предложить занятия физической активностью. Кроме этого, развиваем мелкую моторику. Это направление очень востребовано. Очень важна также позиция дневного присмотра. И мы внедряем частичную услугу дневного ухода. Результаты деятельности не только позитив, новые знакомства и добрые воспоминания. В ходе дня открытых дверей была организована выставка творческих работ людей, которые посещают отделение дневного пребывания. Я с большим удовольствием посмотрела выставку, которая сегодня расположена в этом зале. Я восхищена творчеством каждого из вас, тех, кто приложил руку, так сказать, свою, кто продемонстрировал свои умения и кто вложил душу в эти изделия. Вы большие молодцы. Такое отделение, которое дает нам возможность общаться с равными людьми, которое дает нам возможность делиться своими переживаниями, своими успехами, рассказать о своей жизни, о своих, возможно, жизненных достижениях и неудачах. Это крайне важное отделение, ну, для каждого, не только для людей пенсионного возраста. В мероприятии приняли участие и те, кто уже сегодня является активным посетителем отделения, и те, кто пока только думает над такой возможностью. Дни открытых дверей территориальный центр проводит регулярно. Это хорошая площадка для знакомств и диалога, которые затем очень часто перерастают в дружбу и теплое общение. Мне предложили вот посещать это отделение дневного пребывания. Мне очень понравилось. Очень теплая обстановка, очень доброжелательные люди. Как раз я как бы потеряла двух своих подруг, поэтому здесь я нашла новых друзей. У нас очень такая теплая, очень дружественная обстановка. Просто бежишь сюда с радостью. Очень много чему я здесь научилась. Больше всего мне нравится плетение из газетной лозы. Потом мы делаем вот букеты из сжатой такой бумаги, из фоамирана, гимнастика. Это тоже очень много значит для нас. Вот. И теперь я даже не мыслю себя вот без этого отделения. Жду не дождусь, когда пройдут выходные, чтобы опять сюда прийти. Анастасия Стропко, Андрей Щерба, Антон Луговкин. Телекомпания «БукТВ».